Ребята, всем привет, с вами снова Алекс, и сегодня я вам предоставлю свой игровой видеоролик, да, так скажем, геймплей, или как там называется. Значит, хочу извиниться перед вами за то, что я давно не выпускал видеоролики, на это есть свои причины, так как у меня артефачила видеокарта. Также я выкладываю все подробности в свою группу ВКонтакте, если кто еще не подписан, подписывайтесь. Также будете самыми первыми узнающимися о моих новых мастерах. Вот так, да. Ну, в принципе-то и все. Наслаждайтесь игровым моим видеороликом. Если вам понравится, можете написать в комменты, также поставить лайк или дизлайк. И я также буду продолжать, если вам реально понравилось. Ну, в принципе-то все. Затягивать я не буду. Начнем. Ну что ж, начнем, пожалуй. Так, для начала надо купить пистолет. Броника есть, отлично. Сейчас пойдем через Зандеры, посмотрим, что же там есть. А ничего, огонь. Итак, попытка номер два. Берем АВП. Броника есть, погнали. Отлично, я почти дошел до мида. Ага, никого нету. А, флешка. Что же такое, а? Никого. Опять никого. И снова есть. Ага. И снова никого. Опа. Отлично. По-прежнему 0 киллов. Долбоёб. Ну что ж, попытка номер 3. Берем опять АВП. Броника есть, погнали. Попробую через Андер. Что же там? А ничего. Что же делает АВП под окном? Ладно, попытка номер 4. Берем АК-47. Погнали. Рашби, покажи свой скилл мне. Ладно, подождем. Пойду опять через Андер. Посмотрю, что же там. А, здесь, как всегда, огонь. Ха, подорвался на грани. А, я уже забыл, какая попытка. Ну ладно, погнали. Ага, прострел. Отлично. Хорошая попытка. Пожалуй, я уйду от того места. Я должен успеть. А, ладно, беру снова АВП. Моя криворукость не сравнится ни с чем. Сука, завали свой рот. Отлично. Куда же, интересно, выстрелил? Отлично. Я смог выжить. Пойду-ка я на мид. Один патрон, одно убийство. А, отлично, я выжил. Это уже прогресс. А, попробую зарашить. А, пойду через палосы, или как они там называются. А, зарашили, твою ж мать. Опять беру АВП. Я тяну на А. И возвращаюсь обратно. Последний матч. Беру АКУ. Рашу мид. Ой, патроны кончились.